Полковник, колония, локан мерзко. Главное, придерживай кошелек. Не зли меня! Иди сюда! Вдуть хорошенько! Чтобы я подошел и придавил тебя, болва! Беги! Вот он где. Подручный короля нищ. Латуш. А я бы не стал. Смотрите. Славно, а? Добрые парижане больше подают калекам, чем здоровым. Сия немудреная истина дает королю нищих средство воздействовать на работников, приносящих недостаточно денег. Этот вот... потерял ногу. Ты можешь броситься туда, поднять шум, и тогда все эти крысы шустро разбегутся по щелям. Или можешь исчезнуть. Смешаться с толпой и проследить за ними до логова короля. Ногу ему все равно не вернешь. Вот так. Сделайте ему в больнице прижигание и отправьте обратно на улицу. Давай, поднимайся. Благодарю за совет. Пока рано. Зачем вы мне помогаете? Кто вы такой? Я давно наблюдаю за вами, Арно. И считаю священным долгом помогать всем, кто, как и я, жестоко страдал в камерах Бастилии. Кроме того, я так давно мечтал увидеть падение короля нищих. Что до имени? Перед вами Донатьен Альфонс Франсуа, маркиз де Сад. Навестите меня, когда надоест гоняться за крысами. Такой след не упустишь. Удачи! По ночам. Тебе все равно? Я знаю, где дымоходы. Дымоходы? Его милость устроил, когда поселился в Москве. Притулишься, не спишь, как бы задержек. Ты кто? Прочь! Не трогай меня! Назад.
все тут. Все так же печати со здоровья обездоленных. Ты дождешься, распутник. Да-да, даже раньше, чем вы думаете. Говорят о Тире, правда? Да, я помню его крики, а кричал он долго. И все из-за ошибки в счетах. Вы шутите? Я думал, он прикарманил пару монет. Нет, пропустил единицу в отчете. Ясно. Тогда живей. Внутри его живо. Чую, тут что-то не так. А, он мертв, месье. Так бросьте его в канаву и заходите сами. Что за... Что назначено страдальцу на шестой койке? Страшно обгорел на пожаре, потеряв семью и рассудок. А Жон, вы знаете, как это трудно сделать, не спалив дотла полквартала? Пара капель кислоты и все.
обывателей не отличат. Скажи, где король нищих, и останешься жив. В катакомбы! В катакомбах под старой церковью! Латуш, какая изумительная стойкость! Что скажет твой хозяин? Боже, помоги! Mm-hmm.